родственников наших по плоти близких, неверующих, отступивших от Тебя и Тебя не ищущих, Господи. Сам знаешь, какими путями приведи к Твоему познанию. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благослови Господа на всякое время. Выйду хвала Его в устах моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознеси меня в хвале. Взыскар Господа и услыша мя, и от всех скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сын нищего зла и Господь услышай, и от всей скорби его спасей. Ополчится ангел Господень, окрепляющийся его, и избавит их. Вкусите, видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповай на. Бойтесь о Господа все святей его, яко не спешение боящимся его. Бога тебя обнищавшая из алкаша, взыскающая Господа, не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя и живет, любит, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усте твои ежели глаголы тельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши его молитвы. Лице же Господне на творящее злая, еже потребите от земли памяти. Вас ваше праведнее Господь услышает, и от всех скорбих избавит. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренный духом спасет. Многих скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Храни Господь вся кости, не едино от них сокрушится. Смех грешников люто, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сыну и Святому Духу имени пресные во веки вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, будь милостив к нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Вещества мы согрешили, Господи, прости нас грешных и помилуй. Воскресное богослужение окончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в субботу в обычное время в 16 часов.
Mm-hmm.